За незаконный вылов ценной рыбы югорчанам грозит 3 года тюрьмы. 6 жителей Мегиона неделю ловили осетров, и это в нерест. Во время очередной такой рыбалки их задержали полицейские. При обыске в одном из гаражей рыбаков оперативники нашли 300 килограммов стерлядей и осетра. Задержанные признали, что готовили краснокнижный улов на продажу. Теперь им грозит наказание. Кстати, 2 из подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности.